В администрации города состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На повестке дня вопрос об организации на улице Жарова на участке от Кузнецова до Парижской коммуны двустороннего движения для всего транспорта, кроме общественного. По мнению сотрудников мэрии, это решение позволит сократить количество конфликтных точек на пересечении улиц Кузнецова и Ярославской. У комиссии возражений не возникло. Теперь необходимо подготовить проект. А управлением ГИБДД проведен анализ наиболее аварийных нерегулируемых пешеходных переходов. В прошлом году на «Зебре» в областном центре были сбиты 122 человека. Госавтоинспекция предлагает администрации 32 проезжих части, где в этом году нужно установить лежачих полицейских. Как показывает практика, снижение скорости позволяет водителям заблаговременно увидеть пешеходов. Один из положительных примеров могу привести — нерегулируемый пешеходный переход на улице Кудряшова в районе дома 86. В течение 2017 года на данном пешеходном переходе произошло 4 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. После установки искусственных неровностей на данном пешеходном переходе в настоящее время не произошло ни одного ДТП.